Сейчас я вам покажу поистине королевскую красоту, потому что это дворец короля. Самая настоящая действующая резиденция. Монархов, правда, вряд ли удастся увидеть, а вот заглянуть в один из залов запросто. Это такие красивые свадебные наряды короля и королевы. Золотые. А вот это костюм астролога. Да, у короля был астролог. Мог себе позволить. А вот это, между прочим, нарядные костюмы охраны. До сих пор они также и одеты. А эта торжественная пагода называется Ват Поуналом. Здесь живет патриарх камбоджийского буддизма. Построили ее в 15 веке для хранения волоска с брови Будды, который так и зовется Оуналом. Между прочим, этот волосок здесь до сих пор и хранится. Волосок лежит прямо тут, под статуей Будды. А вот еще одна важная пагода. Ват Пном. Между прочим, самая высокая в городе. А вот эти змеи, которые вытянулись вдоль лестницы, зовутся наги. Таких можно встретить в Камбодже и тут, и там. По легенде, нага не раз просился к Будде в ученики. Но тот просто не брал животных в качестве последователей. Но однажды, во время непогоды, нага буквально спас Будде жизнь. И за это заслужил себе место в буддийских храмах. Теперь его изображают как змея-защитника.